селе Баклуши Павловского района радостное событие. Наконец, полностью отреставрировали памятник летчику-истребителю Николаю Федоровичу Шутову. Отремонтировали монумент за счет государственной программы благоустройства сельских территорий. Помогали и сами местные жители. Николай Шутов израсходовал боезапас, но не получилось. Мог вернуться на базу, как многие, и жить дальше, дождаться победы. Но как герой, как настоящий русский парень, он не мог этого допустить, потому что разведданные, которые собирал, это гады, гадина, могли дойти до штаба немцев и принести очень много-много горя и смертей. Во время Великой Отечественной войны Ульяновская область находилась за тысячи километров от боевых действий. Тем не менее, разведывательные самолеты противника появлялись не раз и на территории нашего региона. В октябре 42-го в воздухе над селами Баклуши и Муратовка Павловского района был обнаружен немецкий бомбардировщик. На его перехват и уничтожение Сызранского аэродрома вылетел пилот Николай Шутов. В воздушном бою с фашистским самолетом Шутов израсходовал все боеприпасы. Понимая, что бомбардировщик уходит, летчик пошел на таран и уничтожил противника. Но сам погиб. И вот этот таран, который произошел здесь по защите нашего края, навеки вписан в историю Великой Отечественной войны. 252 тысячи ушло на войну. Вернуло 120 тысяч. Каждый второй не вернулся. На сегодняшний день тех ветеранов, которые защищали нашу родину, живых, которые в окопах прославляли, осталось около 50 человек. Жители села, ветераны, общественники возложили цветы к монументу, почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Анна Тищенко, Управда ТВ.